Марго, здравствуйте. Расскажите, как вам сегодняшний день? Как всегда, здесь много динамики, много движения вокруг этих аудиторий. Мне очень нравится сюда приходить, потому что молодежь меня всегда вдохновляет. И вот эту динамику, вот эту энергию меня всегда дает очень много всего. Вот что изменилось с прошлого года? Вы уже третья реализация подряд являетесь спикером. Сегодня вы проводили тренинг, до этого вы были на истории успеха. Вот что-то поменялось ли? Я думаю, что меняется что-то в молодежи, потому что этот проект все-таки развивается со временем, он становится все известным и известным. Больше количество людей было в этом году, больше количество людей именно заинтересованы в том, что спикеры говорят. То есть это было, вот если в предыдущем проекте я видел, что все просто приходили ради интереса, сейчас именно заинтересованные лица, поэтому задают интересные вопросы, на которые интересно отвечать. Совершенно другая атмосфера создается. Какая тема тренинга? Тема тренинга была «Curriculum vitae», то есть резюме лидера. Поэтому мы проанализировали совместно то есть основы успеха, то есть какие принципы, согласно которым мы должны себя подстраиваться в жизни для того, чтобы достичь определенной цели. То есть какая основа должна быть, принципы, аксиомы. А какие были часто задаваемые вопросы от нашей молодежи? Обычно, будучи я иностранцем, конечно, они спрашивают всегда, выводят меня из темы, то есть на личную жизнь. Я всегда пытаюсь возвращаться к теме разговора, потому что время очень мало, время длится всего один час. И поэтому в течение одного часа, как можно рассказать все о жизни, как правильно жить и как достичь успеха. Это целый процесс, который сегодня я разговаривал очень быстро. Такая что вы делаете для этой организации? Эта организация побольше ICS, да, побольше таких мероприятий в течение года, потому что думаю, что два уже мало, потому что побольше заинтересованных студентов на это. Есть уже больше людей, которые могут внести свой вклад в развитие этого проекта. Поэтому можно воспользоваться случаем. Вы являетесь сейчас известным продюсером. Как вы находите время на такие вот мероприятия? Для этого всегда, это мне просто обязано находить время, потому что нельзя все от жизни постоянно получать, не отдавая ничего. Я думаю, что это минимум того, что я могу делать для человечества, которое так столько много времени сделало. Что вы пожелаете нашей молодежи? Молодежи, верить в себе, приобрести уверенность в себе, думать всегда о своем здоровье и верить в свои цели, свои мечты. И напоследок ваша кредо. Не знаю, что сказать. Кредо моей жизни – это, не знаю, жить полноценной жизнью, жить осознанно в каждом мгновении, потому что мгновение завтра этого мгновения не будет, и мы будем сожалеть об этом. Так что лучше осознанно проживать каждое мгновение своей жизни. Спасибо большое.